Наконец-то едем на первую экскурсию, едем платную. В пустыню, да, на первую платную, едем в пустыню на мотосафари, без танцев, просто обычное мотосафари, $20, потому что мы едем вдвоем на одном квадроцикле, если бы ехали вдвоем на разных, то по 15, арафатки мы купили у местного торговца возле нашего отеля за доллар две штуки, здесь ребятам за $3 каждую продали, очень тоненькие, вообще ни о чем. Так что заранее надо брать с собой такие вещи. Остановились в горах, и здесь ребятишки ходят, раздают фенечки и просят что-то взамен, типа конфетки, шоколадки. Салам, ребята. One, two, three. Салам! Ну, такая экскурсия, на самом деле. Что-то покатали, нас покатали. Завезли в деревню. Тут сказали 20-25 минут будем стоять. Ну, такое себе. Непонятно пока. Прошел мужчина, предложил нам попить кола, вода, но за деньги, естественно. Не хотим ли мы покататься на верблюде. Ну, короче, в итоге ничего мы не захотели. Кальян еще предложили, да.
В итоге ничего мы не захотели, вот мы все сидим здесь и что-то сидим, ждем. Ну, какое-то непонятно. Вот одна там парочка поехали на верблюде кататься, и все. А мы, получается, полчаса сидим, ничего не делаем. Принесли чай, каркаде. Что-то особо никто не стал пить. Даже непонятно вообще, за деньги это или нет. Сначала принесли платный чай, потом решили разнести бесплатный, когда все отказались от больших бокалов с чаем. Принесли маленькие, как рюмочки, но уже бесплатно, бесплатно. Но... Ага. А здесь проходит шоу. Сама экскурсия длится 2 часа. За нами заехал трансфер. До базы ехали, ну, где-то, наверное, часочек. Вот, потом там пока всех организовали, пока всем все показали, дождались, пока все научились в линию вставать. Ну, в общем, нос у меня обгоревший, конечно. Да, вот сейчас здесь посидим и поедем уже обратно на базу. Сириан фуд. Вкусно? С чесночным соусом. Эти 4 сыра. Ну, это мануш в сирийской еде. А так горячо? Вкусно. Похоже, ну, прям нежный сыр. Не похоже на пиццу, на 4 сыра. Что?